Трофимов Евгений Федорович родился 14 марта 1920 года в селе Поуспал, Чойский район, ныне Республика Алтай. С января 1942 года участник Великой Отечественной войны. Сражался на Сталинградском фронте, участвовал в битве на Курской дуге, в Корсунь-Шевченской и Львовско-Сандомирской операциях. Помощник штурмана 148-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии капитан Трофимов к апрелю 1944 года в 20 воздушных боях сбил лично 14 и в группе 3 самолета противника. В районе Корсунь-Шевченского гвардии капитан Трофимов в воздушных боях сбил 3 фашистских самолета и один уничтожил на земле. Сжег 15 автомашин, 25 перевозок с грузами, рассеял и уничтожил до роты гитлеровской пехоты. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Евгению Федоровичу Трофимову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». К концу войны гвардии майор Трофимов совершил 376 успешных боевых вылетов на истребителях МиГ-3, Як-1, Як-7 и Як-9. В 20 воздушных боях сбил лично 17 и в группе 5 самолетов противника.